Сейчас узнаем все подробности состоянием на этот момент. Ева Николашвили подключается к нам. Сейчас, Ева, мы видели, как это все происходило непосредственно в момент удара. Что сейчас известно, идут ли работы и что известно о пострадавших? Спасатели продолжают разбирать завалы. Если на ночь, по состоянию на ночь было известно о 10 пострадавших, из них 4 человека госпитализированы, то утром стало известно о том, что спасатели во время обхода квартиры обнаружили тело погибшего. Как стало известно, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка радио «Свобода» Вера Гирич. Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко. Российская ракета упала в ее дом. Как вы видите, здесь первые этажи полностью разрушены. Это дом аварийный, жить здесь невозможно, как вы понимаете. Это дом только-только заселили. Здесь не было много людей, но, к сожалению, есть и погибшие, и пострадавшие, как я и говорю. Если первые несколько этажей полностью разрушены, то более выше этажи там повылетали. Рамы, повылетали окна, всего в многоэтажке 25 этажей. Продолжают разбирать завалы, продолжают работать, как вы видите, и спасатели, и коммунальщики. Это еще они продолжают ходить по квартирам и надеются, что никого там еще не осталось. Но работы продолжаются, мы будем оставаться здесь и сообщать какие-то подробности. Коллеги, вам слово. Ева, спасибо тебе огромное. Держи нас в курсе происходящего. Надолго не прощаемся. Ева Николашвили с нами была на прямом включении. Спасибо большое.